Что там происходит? Раз, два. Наталья? А я думала, что это люди Чана. Правильно думала. Я внедрился в его банду. Что ты делала у него? Я ищу своего папу, Чейз. Где? В шкафу с документами? Нет, нет. Просто перед тем, как он исчез, видели, как он садился в лимузин. Лимузин Чана? Думаю, да. Но у Чана я обнаружила только пустые мешки для денег с логотипом кафе мороженого. Кафе мороженого? Да, кафе Папаларда. Ты же знаешь его. Да, припоминаю. Но Чан работает банду Винни Папалара. Получается, Винни работает на Рекса. Эй, куда это ты? Мой папа томится в неволе где-то у Чана. Постой, это опасно. Я найду твоего отца. Я обязан сделать это. Я не позволю тебе поставить под угрозу жизнь моего отца, чтобы ты мог загладить вину. Я не по... Этому хочу помочь тебе. Водила, что там за сыр-бор в моем кабинете? О, да ничего, какое-то животное забрело, сигналка и сработала. Одна упрямая ослица. Что? Опять? Вот почему я запретил тебе хранить там морковку, идиот! Все под контролем. Никто не курсит, что вы работаете на Винни Папаларда. Ну и чудни. Что? Ты смотрел мои документы? Простите, не смог удержаться. Но Винни Папаларда — это же мегапреступник. Может и так. Но в отличие от меня, у Винни Папаларда характер не сахар. Что? Да у меня ангельский характер! Ты уволен! Кроме того, он никому не доверяет. С тех самых пор, как арестовали его правую руку. Винни, наверное, будет безумно рад, если кто-нибудь вызволит этого Мо из тюрьмы. О, да. Ты просто можешь угнать автозак, подобрать Мо сегодня у здания суда, после того, как ему зачитают приговор. Подожди-ка, ты же не хочешь переметнуться в его банду? Ты мой водила! Ну, это ненадолго. Если я смогу вырешить Мо из тюрьмы, то попасть в банду Винни не составит труда, и Дарекс будет рукой подать. Чейз, привет! Чего надобно? Что ты знаешь о главном помощнике Винни Папаларда? Моделюка? Да он и не преступник же.
просто кузен Винни. Тогда за что его судят? Сейчас посмотрю. О, 412 неоплаченных штрафов за парковку. Парковку? Тогда, полагаю, катастрофы не произойдет, если он не сядет в тюрьму. Что это ты задумал, Чейз? Чен работает на Винни, и я почти уверен, что Винни работает на Рекса. Чтобы втереться в доверие к Винни, мне нужно что-то сделать. Устроить побег Мода и Люка? Не помню, чтобы нас такому учили. Это моя единственная зацепка. Управление может дать попользоваться автозаком? Может быть. Спроси Чака, он за участком. Я передам ему, что ты подойдешь. Здорово, Маккейн, я тебя ждал. Отлично. Ну так что, есть лишний автозак? Конечно, есть, но у меня могут быть большие проблемы, если я тебе его дам. Ну, может, мы сможем как-то договориться. Ты читаешь мои мысли. Бери эту коробку и следуй за мной. Бросай коробку сюда. Это мотик, я по почте заказал. Вот она! А колеса положить не надо было? Сможешь их найти для меня? Это одно! Нужно два! Это тебе не моноцикл!
что два нужно... постой-ка! Тогда это уже будет не мотоцикл! А выглядит очень даже! Интересно, а я не убьюсь на нем? Думаю, есть только один способ это выяснить! Дай-ка, прокатись на нем. Всего один кружок вокруг Cherry Tree Hills и Обернских доков. Уговор есть уговор. Автозак внутри.